На месте распределительного центра «Агромол» пока что поле, но в хуторе Ленина уже идут работы по проектированию и подготовке документов на размещение строительства. Первому заму губернатора показывают планировку будущего центра распределения сельхозпродукции европейского уровня. Вот сейчас они только контейнера чуть-чуть станут, сразу станут дорогу делать. Контейнеры планируются, да. Сюда по предварительной договоренности планируют переехать полсотни предпринимателей закрытого овощного. Объект включен в сотню губернаторских инвестпроектов, как и организация оптово-розничного торгового комплекса продовольственных и непродовольственных товаров «Южный». До октября следующего года должны завершить первый этап строительства – ярмарку с открытыми площадками для торговли с машин и палаток, а также овощехранилище с холодильниками и два открытых кросс-дока сквозного складирования. В планах через полгода открыть здесь торговые площади для предпринимателей «Атлант-Сити» и «Атлант-Юг», а еще через два года – кафе, столовые и мини-пекарни. Задача, которая стоит, это как можно быстрее получить торговые места взамен закрытых рынков «Алмаз», «Атлант», «Овощной», «Строительный». Мы объехали сейчас 5 площадок, посмотрели, везде ведутся строительные работы. Все идет в плановом режиме, так что, по словам Виктора Гончарова, к 1 декабря предприниматели закрытых торговых территорий Аксайского района смогут переехать на новые места. Что и как они обсудили на встрече с властями и инвесторами. И на сегодняшний день к нам переехали 100 человек оптовиков. Вот, ну, это за часть. Для тех предпринимателей, которые хотели стационарные точки торговли, нами предоставлено 3000 квадратных метров закрытых помещений, склады, магазины. Это первая очередь. Принято решение, что предприниматели сами выберут себе подходящие площадки и обсудят с инвесторами условия переезда и сотрудничества. Юлия Сурикова, Первый Ростовский.